Если в 2013 году средний балл по муниципалитету был порядка 66, то в этом году уже 73,4. 5 учеников получили по 100 баллов на одном из экзаменов, 4 по русскому языку. При этом 5-я часть выпускников сдала русский на 96-98 баллов, то есть оказалась близка к самому высокому результату. Кроме того, впервые в Анапе 100 баллов получено на экзамене по информатике. Зафиксировано улучшение результатов по истории, физике, химии, информатике и естествознанию. Вместе с тем, в этом году впервые внедрили технологию печати билетов непосредственно перед экзаменом с зашифрованного носителя. Также результаты сканировали и отправляли в центр обработки сразу после окончания экзамена. Это сложно с точки зрения обеспечения электроснабжением, бесперебойной подачи, трансляция через сеть интернет. Но это очень серьезно. Мы выдержали это. Мы к этому подготовились. Не только обучились наши специалисты, было закуплено дополнительное оборудование, которое необходимо для осуществления этих процедур. И я считаю, что мы без сбоя 100% выполнили эту задачу. У нас не было при проведении ЕГЭ отмечено каких-либо нарушений порядка проведения. Никто не наказан. Результат достаточно высокий. У нас есть перспектива роста, но есть над чем поработать.